Эксперименты, эксперименты, еще раз эксперименты. Всем привет! С вами Виталий Винозавр, и да, к сожалению, так или иначе, Warzone с каждым днем становится играть все скучнее. Помните, в прошлом ролике я говорил, что вы, дорогие зрители, можете влиять на дальнейший контент, эти ролики, которые будут выходить. Так вот, один из моих зрителей проявил все-таки инициативу и предложил очень любопытную сборочку, которая меня сначала рассмешила даже, но потом приятно удивила. Готовы? Погнали тогда! Собственно, вот такая вот получилась сборочка. Агентский глушитель, ствол на темп стрельбы обязательно титановый поставить, потому что темпа на самом деле не хватает. Приклад рейдер и 30 патронов. И прицел схожий с 1Х. А так, в принципе, все по дефолту. Вот такие неожиданные подгоны в виде нового контента делаете вы мне, мои друзья. Ну а теперь давайте посмотрим немного на сам геймплей. Опа, не снайпер. Ой-ой-ой, где, а где Рега? Куда летит пуля? Обачковы конями! Они были возмущены. Капец, я вроде все в тело попадал, но куда-то пуля вообще пропадала. Ну просто здесь летит, смотри, какой сладкий. На поезде лежит АФК. Давай, я вместе помогу. Одна. У нас еще двое в деревне бегают по опену. Да-да-да. Прицельно. Да где? Бля, вверх попаду. А, да тьма хрена ухта! Съебать имба. Выкуп у нас. Один хп. Угу. Нокнул. На крыше. Где он? Бля, хорош. Офигеть, он тебе спину стрелял и не убил? Да просто у меня такая. Все, новую мету нашли. Здорово. Бля, у меня релот. Да где Рега? Рега в него стреляет. Что это такое? Неужели я попадаю в эту перекладину на вертолете? На банке бегает. Да не, это бред какой-то. Ну это с вертолета такая рега. Да, весь. Так он это понял. Вот я под его убил, наверное. Хорошо. В упоре? Да не, этого я убил. Там лес вообще бежит. Дальний теперь. Ой-ой-ой. Думаю, РК прикольная, только тапать надо быстро. Не люблю тапать. Заговорился, надо вернуться в другой магазин открытия. Меня слышно? Меня человек пишет, который на крыше был, которого спину меня не убил. Как ты, как ты меня убил, блин? На крыше. Где он? Бля, хорош. Гвозди заколачивай. Я не на крыше сидел. Я офигеваю с ним. Даю классерку на него. А, верх взорвется. Да-да-да, он сейчас упадет. Не? Упал. Одна меща, чел. Тебе идет. Так, тихо, два типа. Не, лоб-лоб не хочется. Зараза. Блять, я не могу. Кряк. Ага. Хорошо. А ты сейчас взорвется? На нахуй? Сюда его. Сюда. Так, мне нужно перезарядиться срочно. Можем тебе на селп, кстати. Я скинул деньги и грудич подгоню.
ракеты становится. У него есть цель. Найди не ракета. Ракета на стуле. А, да, блять. Это он навелся. Он прям в меня попал, блядь. Я видел. Давай бункер запущу. Один хп? Ага, на горе еще. Спереди. Убился. Блядь. Че, я ему с ДМРки в жбан пропишу. Ладно, не пропишу, блядь. Можем заехать к ним в гости. Блядь. Понял, иду. У меня еще. В кустах под тобой. Офигеть, я думал, я того на горе убил, и тим вайп был вот этого. Да. А это не, это грузовик едет. Тачка еще стопнула тачка внизу. Вышел, да, я иду за ней. Помогу. Давай. Вижу. Вон, вышел. Русский был. А, это Даша. Слева тип. Окно, второй там. Мерилот. Поп, он в деревню прибегает. Один хп у него. Я ящик кидаю, у меня патроны кончились. Это могли они перебежать сейчас. На горе один. Метил, нокнул. Ага, попы не бегают. Обзора пока на них нету. Сейчас закроем. Бежит. Вон, бежит. По первому. Нок. Второй направо. Разбил? Да. Танка гаушла, хоп. Иду. Ой, хорошо. Мина. Не сработало. Кончились они. Да. У меня в упоре. Один хп у него. Блять. Он один? Вроде да. А? Блять, что? Боже. Бля, я такую хуйню сделал, они меня так простили, это забей просто. Это просто снайпер, квикскопер, блядь. Там снайпер еще работает далеко. Они внутри? Да, вижу. У меня упора. Один оп. Второй слева. Слева на горе. Я думал, взорвался просто. Увидел тебя, просто взорвался в шоке. Да-да-да, там взрыв прям перед ним был. Мы нас выкупили на магазе. Он вроде один. Просто чист к нему прилетел, скорее всего. Противник потерял ваш след. Вы в безопасности. Один хп? Хорош. Хочу с лука забомбить кого-нибудь. Да, видишь, типа вот здесь бежит. Okay. Кряк. Хорош. Бесшумный лучник. Пойдем, наверное? Пойдем. Вижу его. Не убивай. Я станами отпизжу. Ты. Вы заслужили победу. Прости. И так сойдет. Я думал, это будет красиво просто. Хотя в момент, когда вот эта вот твоя вот ворона прилетит, и он взорвется от этого. Ну что ж, дорогие друзья, вот и закончился наш видеоролик. Это, кстати, был новый формат, надеюсь, вам он понравился. Играл я с сборкой от зрителя, как обычно. Я подумал, на самом деле, что это будет сложно, но, знаете, мне понравилось, это было круто. Спасибо огромное за просмотр, оставляйте свои комментарии, как вам такой новый формат вообще, ну, напишите хоть там что-то. А также не забывайте обязательно, что я стримлю на Твиче каждый день, пытаюсь вас радовать там крутым контентом и хорошей игрой. Все, держите мой кулачело, пламенный, кстати, и до новых встреч.